Всем привет, ребята! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня у нас будет немножечко сказочная история в коробке. Мы расскажем про жизнь одной из ферм на территории России. И Дениска нам в этом поможет. Поехали! Дядя жил-был, да? Был у него свой загончик со зверюшками, с коровами, которые, как говорят, му, с барашками. Денечка, как барашки говорят? Как барашки говорят, не помнишь? Бе! И козлики. Естественно, собачка охраняла все это дело. Собачка и детишки были. Мальчик и девочка. И, конечно же, дядя любил сажать овощи. И у него была зеленая грядка. Вот такая вот, да, День? Давай посадим, поможем дяде посадить овощи. Какие у нас с тобой овощи есть? Смотри, тыква. Тыква. Давай тыковку посадим на огороде. Денечка, смотри, вот. Мы помогли с тобой дяде тыкву посадить. Давай еще что-нибудь посадим. Смотри, есть капуста. Капуста. Сажай капусту. Вот, молодец. И, конечно же, капусту любит кто? Кролики. И у нас завелся зайчик, когда дядя посадил капусту. Денечка, а где капуста должна быть? Вот здесь, на огородике. Давай посадим на огород капусту. Она должна вырасти, чтобы ее можно было скушать, правильно? Дядя посадил еще что? Что это такое? Морковку. Давай посадим морковку. И самое твое любимое, самое-самое, зеленый горошек. Зеленый горошек тоже посадил дядя. Давай, пересади. Пересади, да, пересади. Ну, будем считать, что там тоже у нас есть земля, куда можно посадить. Но у нас еще столько с тобой овощей. Баклажаны, например. Помнишь, как ты на вкус пробовал баклажанчики? Вот такие баклажаны, они же тоже растут на огороде. И баклажаны дядя посадил. И свеколку посадил. И тут много всего еще он посадил. И чтобы все вот это взошло, должно пройти какое-то время. И по прошествию времени можно собирать урожай. Что, в принципе, Дениска уже начал делать. Например, помидоры должны расти в теплице. Потому что в нашей полосе они не могут расти просто на грядке. Поэтому мы поставим их за домик. Будем считать, что у нас там теплица есть. И огурчики должны расти в теплице. Вот эти вот замечательные огурцы у нас тепличные. И картошку мы забыли с тобой посадить. На, Денюш, посади картошечку. Посади картошечку. Где должна быть картошечка? В земле. Давай. Ну, определи место. Супер. Картошечку мы с тобой сейчас посадим. День, а ты посмотри, у нас с тобой в загоне творится какой-то бардак. У нас с тобой в загоне овощи вместе со зверьками. А, ты хочешь грядочку переместить в загон? Так ее наши барашки и коровки вытоптут. Ты считаешь, что это в порядке вещей? Ничего страшного? Ну ладно. Это наша с тобой первая проба, да, Дэн? Мы же с тобой попробуем еще съездить, посадить все вживую. Это будем считать наша маленькая тренировка. Мы пытались помочь дяде вырастить овощи и зверюшек. Все у себя дома могут повторить экоферму. Очень простая игра, детишкам она должна понравиться. Никаких сложностей в реализации абсолютно нет. Берем коробочку, кинетический песок. Игрушки из Лего можно заменить, допустим, вот такими игрушками. Можно вообще все вырезать из картона. То есть фантазируйте и помогайте детишкам фантазировать, чтобы они могли развивать свое пространственное мышление. То есть чтобы они могли понять, что на картинке, например, нарисован горошек. А не картонка эта пустая, да, Дин?
Ну а с вами был Baby Go. Друзья, до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока-пока.